Погода не на шутку разгорячилась и устроила белорусам проверку на прочность. В стране побит 57-летний максимум. Вчера столбик термометра показал плюс 35,9 градусов. И это еще не предел. На завтра объявлен красный уровень опасности. По Могилевской области до плюс 34. Самый эффективный способ борьбы с жарой – вода. Поэтому актуальность пляжей на высоте. Но не стоит забывать про безопасность. Городские пляжи оборудованы всем необходимым. Здесь и зонтики, и питьевые фонтанчики. На месте отдыхающим предлагают прохладительные напитки и мороженое, но с собой обязательно стоит взять головной убор и солнцезащитный крем. Летом территория вблизи рек и озер под пристальным вниманием специалистов, в их числе и сотрудники ГАИ. У санатория «Шинник» неправильная парковка – одна из главных проблем. Если автолюбителям не хватает мест для стоянки, стоит воспользоваться платной. Плюс можно добраться на общественном транспорте или такси. Желание сэкономить несколько рублей приводит к штрафам. Госавтоинспекция ежедневно проводит рейдовые мероприятия в местах массового отдыха граждан. Наиболее часто допускаются такие нарушения, как остановка стоянка, вождение в нетрезвом состоянии, либо нарушение правил перевозки пассажиров. Патрулируют милиционеры не только городские пляжи, но и несанкционированные места купания. Зачастую это водоемы с большой глубиной и неудобным берегом. Такое тихое местечко может забрать жизнь даже у самого опытного ныряльщика. На дне нередко таятся коряги, стеклянные осколки, железки и камни. На озере в районе Черепичного нарушение не редкость. Здесь ловят как взрослых, так и подростков. Штраф до 87 рублей. А почему именно сюда пришел? Тут близко. Чем идти на какой-то либо плавик, там далеко, и вот надо идти. А не боишься, что что-то случится, а здесь нет, спасатели? Я хорошо плаваю. Ну, всякое бывает. А нет, за достаточно лет ничего не случилось. Только вот спасатели не так оптимистичны. За последние 2 месяца в Бобруйске утонуло 7 человек. 2 были пьяны. Один из них, 42-летний горожанин, отправился на запрещенный пляж вблизи Туголицы. Там его отдых и закончился. Если граждане находятся в состоянии алкогольного опьянения, оскорбляющим человеческое достоинство, общественную нравственность, то данные лица привлекаются к административной ответственности по статье 19.3 Кодекса об административных правонарушениях. А если уже повторно лицо привлекается, то штраф от 2 до 15 базовых величин, либо административный арест. За выходные в Беларуси утонуло 23 человека, среди них 2 ребенка. На прошлой неделе вода унесла жизни 30 человек. 10 случаев приходится на Могилевскую область. Спасатели напоминают, плавать можно только в специально отведенных местах. Не стоит прыгать и нырять в реку, использовать надувные матрасы, их уносит течением. И, пожалуй, главные правила отдыха у водоема – это беспрерывный контроль за детьми и никакого алкоголя. Карина Гуревич, Максим Галионко, Бобруйск, 360.